Еще об одной угрозе не только для здоровья, но и для жизни. В Твери сотрудники городского спасательного отряда проводят профилактические рейды и мониторинги прибрежных зон в целях предотвращения несчастных случаев на водоемах. В настоящее время толщина льда небольшая, поэтому выходить на него очень опасно. В местах, где тверичане чаще всего переходят через Волгу, размещаются информационные аншлаги. Также водоемы города патрулируют подвижный спасательный пост. Граждан призывают строго соблюдать меры безопасности и не оставлять детей одних без присмотра. Все опасные места, все проторенные дорожки нами огорожены, отмечены. Ежедневно группа спасателей проводит мониторинг всех опасных мест перехода через водную поверхность нашего города. Но пока что еще вот температура недостаточная для того, чтобы лед действительно сформировался и стал достаточно крепким. Особое внимание хочу обратить в выходные дни на катание детей с горок. Заканчивают свое катание на льду. Поэтому родители, еще раз, обратите внимание на своих детей, не подвергайте их жизни опасности. Прежде чем вступить на лед, подумайте о последствиях.